Всем привет, друзья! Мы на канале Породные куры в Оренбурге. Меня зовут Вадим, 15 июня. Вот у нас очередной вывод. Вот такие карапузы. Жена ругается, говорит, как в фильме «День сурка». Одних уносят, других приносят. Ну вот этих вот пушкинских. Буду из них отбирать себе на семью. Я в предыдущих видео говорил, пушкинских намного увеличу. Пока по планам сделать 3 семьи, но самый край будет 2 больших семьи. Разных кровей петухи. Вот. Вот такие пушистики. Значит, 15 штук у меня сейчас купили. И тут вот, я не знаю, ну, штук 40-35, наверное, точно есть. 2 вот тут русских хохлатых. Ну, хочу сказать, что эти вот получились слабые хохолки. Вот у этого тут есть, а у того вообще не видать, от браковка. Ну, русских хохлатых тоже отбираю семью, чтобы были у всех пышные, огромные хохолки. Там вот на семейку небольшую набралось уже. Вот, петушок из Рязани получается там. И курочки свои. То есть семья получится. Хохлатых ситцевых с хорошими хохолками. Никак в этом году у меня что осталось. Ну вот, а эти вот все пушкинские пойдут на отбор для хороших курочек для своей семьи. Вот. Вот такие. Энергичные, подвижные. Это второй раз их кормлю только. Вот такие у нас движения происходят. Одних уносим, другие выводятся. Комбикорм пока не давал, вот пшено просто. В воде она эту баночку четвертинка скрутим. Вот так. Ну все. Спасибо за просмотр. Наверное, в следующий раз их уже буду снимать. Они уже будут там со всеми взрослыми. В брудер перенесу. Сегодня-то не успею. Сейчас поеду сорочно за кормом. А завтра будем их перемещать. Вот так. Все. До новых встреч. Пока-пока.